Господа. Смотрите, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Еще один момент – это церковь-миссия. То есть церковь выполняет заповедь Христа. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Не просто говорите, а научите. Вот это очень важно. Ну и давайте мы обобщим, закрепим основные понятия о плодородной общине. Плодородная община – это община заботливая, смиренная, миролюбивая, радостная, молящаяся. Община, в которой участвуют все в материальном служении, жертвуя охотно, добровольно и с радостью. Община, исповедующая свою веру в Господа Христа, ну и также любовь к своей церкви. И от этого понимания, от этого, зависит благословение лично каждого из нас и благословение всей церкви. Бог всегда верен себе, и да исполнится Его чудесное слово, чудесное, которое Он сказал нам. «Презрю на вас и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Аминь. Аминь. Давайте помолимся.